Оператор. Эй, да ё-моё. Вообще-то, как вы понимаете, с такими обстоятельствами ролики и всякую позитивную фигню придется отложить на некоторое время. Хорошо, теперь без негатива. Да, я понимаю, что происходит, но на месте сидеть нельзя, так как если будем сидеть на месте, будет минус контент, а это значит плохо, грустно. Жопа, если вы ютубер, не знаю. Поэтому что-то делать надо. И для того, чтобы хоть немного повеселить, немного заполнить свой контент, я решил нарисовать... Нет, скажем так. В сообществе ВК я опубликовал пост, где вы могли писать мне то, что вы хотите, чтобы я нарисовал. Вот так. Естественно, запросов было мало, я не настолько известный, все же это 4 подписчика. Блин, слушай, это уже не... Однако, от себя начинаю добавить смог, поэтому сейчас я уже... Блин, боже, как же трудно говорить без текста, блин. Однако, отсвязанно я добавить смог, поэтому сейчас я вам покажу, что я успел нарисовать за эти 3 дня, наверное. Итак, сегодня я не мавав, я аутсорер. Поэтому приветствую вас на новой рубрике «Мне нечего делать». Поехали. Ну и если уж дело так пошло, то ты что, наверное, самого моего любимого. Спасибо, Адлер Сити. Вот. Толчки отсюда. Мой друг скинул, попросил нарисовать и воспринять трапа в темноте. Я подумал, что будет неплохой идеей сделать акцент на то, что в туалете выключили свет, потому что, ну, когда я посмотрел на это фото, то подумал, типа... Блин, а ведь действительно похоже, что свет в толчке выключили. Да какого черта? Поэтому я так обыграл, надеюсь, не обидеться. Вы, кстати, подписывайтесь на Паня, хороший, да? Линоль у меня не просил, однако я все же подумал, что сделать хорошую идею, типа, то, что она ест соку из, не знаю, ее любимого аниме, было бы неплохо. Также в вашем сведении мне бы хотелось бы показать им этого альфа-самца. Ну кто же его не хочет? В смысле, только посмотреть на его кубики. У него даже нет ничего лишнего. Просто гарантирую такого мужчину. Просто гарантирую. Также для такого альфа-самца, как не знаю, этот парень, нужна хорошая тяночка. Хорошая тяночка. Ну вот, например, как, ну, гелия горничная. Ну да, пойдет. А что? Как домоносы нормально будет? Да, да, почему бы нет? Кстати, если вы тоже задаетесь вопросом, что-то написано, я тоже, хозяин, не справишься. Я правда не знаю. Ну, сорян, ну, блин. А это, кстати, гелия, когда узнала, что... что я ее так нарисовал. Ставь я в живую. Немного отойдем от этой темы. Я на днях смотрел Сплатун, поэтому решил нарисовать восьмерку, тройку, двойку, потому что, ну, да, почему бы нет, меня никто не ограничивает. Символы для надписи я брал отсюда и отсюда. Переведете, если что. Дальше у нас на сцене клоун. Я надеюсь... Ушло похоже. С 35-го взгляда, если посмотреть на оригинальную картинку, не совсем похоже, что цвета совпадают, типа. Но знаете что, референсы мне было брать лень, так что вот, все, живите с этим. В левом нижнем углу я решил накидать набросок, который мне скинуло вот этот вот приятный человечек. Не смотри на меня в будущем, если что, я обещал, что не будет так красиво, не смотри на меня так. Естественно, еще больше себя, один, где я просто охреневаю, а второй, где меня обидели. Следующей просьбой была моего друга нарисовать, как Мавав и Дима ищет перфоратора. Типа, не спрашивайте, что происходит здесь. Оно просто есть, ну брак. Блин, Мавав умер, как, в смысле? Сейчас, подождите минуту. Да, вот так лучше, да. Я, конечно, фанат ФНФ, естественно, да, сами видели. Поэтому я решил нарисовать бойфренда, который делает... Фуаг. После того, как я его нарисовал, получилось так, что он получился немножко... плоским. Знаете что? Да, я сделал из этого мем. Целый мем из моей криворукости. Я просто подписал, типа, flat. Плоский.
Хлеба 42 новых персонажей, которые я планирую добавить в свои видео. Короче, вот, живите с этим. Вообще-то у них есть реальные имена, типа как Глеб и Артём. Но наши компашки это как-то пофиг, так что, блин, все, их зовут так. Даже не пытайтесь доказать обратно. Для дизайна Хлеба я, естественно же, сделал такую шутку, типа как Хлеб, потому что оно зазвучно, и у нас, блин, среди друзей столько мемов про этого было, вы не представляете. Плюс я еще брал концепт арта Гели, который она рисовала, откуда, кстати, я тоже брал еще идею для концепт для образа Гели. Так что считайте, что Геля мама Хлеба и Гели технически. Подожди, получается, она мать самой себя. Тебе нравятся витюберы? Ой, не ври давай, я знаю, что нравится. Что ты мне тут начинаешь? Хорошо, а витюберов лисичек? Допустим, ладно. Но он... как насчет вот этого, милахи? В смысле, не впечатлил? Ты офигел, может тебя убить? Честь нашей лисички я решил нарисовать вот этот набросок лисички. Это, конечно, должно было быть как сюрприз, однако... Ну, дурачок, спалил ей раньше времени. Ну, молодец, Мавав, ну, что сказать, ну, идиот. Чтобы вы понимали, я очень горжусь своей работой, только посмотрите на нее пальцы... Хвост. Хотя, если подумать, у него контент выходит много выше, чем у меня. Да, так что, если вы знаете английский, вам нравятся витюберы, вам нравится, повторяюсь, я не делаю, чтобы это не знать. То заходите к ней на стрим и смотрите ее отличный контент. Вам понравится, я уверен. Кстати, это достаточно, чтобы это выглядело как реклама, так что... Заплатите мне. Короче, это были все мои зарисовки, и вот так вот что выглядит без мозаики. Спасибо всем подписчикам, которые встретили это видео, которое впервые на моем канале идет аж 8 минут, если не 7. И я благодарствую тем, которые дотерпели до этого момента. Ну а если вы из всех, кто просто взяли и нагло перемотали вперед, то ну поздравляю, вы просто изверги, мне сказать нечего. Ну типа поздравляю. Хорошая работа. Если вам понравился контент и вы новичок, то подписывайтесь на канал. А если вы олд, то подписывайтесь на канал. Или подписывайтесь. Подошло бы, скорее всего, не знаю. Ставьте лайки, не забудьте про колокольчик, чтобы видеть больше фигни, которые я делаю. Ну а с вами был Мавав. Еще увидимся и запомните, никогда не трогайте кошку.